Всем привет! Это проект Варгонза, наше специальное включение из Донецка. Русиялы пропагандист, хәрби журналист Семен Пегов Донецк вилаятының Вадиной кенди яхынлыгына минаға дүшәрек аяғыннан яраланып. Бу барәдә Пеговның Варгонза лайиясының телеграм каналы мәлімат яйып. Пеговның тәхлиясының görüntülərini тәкдим едірік. Сегодня, в общем, был день насыщенный. Съездили с Денисом Пушилиным на передовую, потом отправился к ребятам из Сомали. Отлично поснимали, вас ждет увлекательный спецрепортаж, но небольшая новость, веселая, меня немного ранило. Наступил на какую-то херню. Надеюсь, без особых последствий. Ребята оперативно эвакуировали. Поеду на больничку. С вами был пацаны проект Варгонза. Все нормально. Пойдем, пойдем, пойдем. Бодро, молодежно, позитивно. Война есть война. Давай, давай. Так как питает. Давай, давай, я класс. Все, держись, братик. Богом.